Прошло много лет со дня основания учебного заведения, в которое на этот раз приехал почетный и долгожданный гость – Гильда Бот. Нынешний год для Немчиновского лицея юбилейный. Ему исполняется 50 лет. Здесь сохранились многие традиции. И на сегодняшний день в лицее обучается около 700 учеников. В начале ноября Андрей Иванов выступил с инициативой присвоить Гильде Александровне звание «Почетный гражданин Одинцовского района». Ее одобрили в поселениях, и слова в поддержку кандидата на это звание решили сказать лично. Гильда Александровна – достойнейшая звание почетного гражданина района, с чем я вас и поздравляю. Спасибо. Гильду Александровну уважают и чтут не только в нашем районе, но и в Московской области. Во время теплой встречи ей зачитали сонет. Дышали вы прохладой садов, и вам цветов искусственных не надо. Но я был подарить готов цветы из собственного сада. И был бы вам букет тот люб, вы красоту бы оценили, но вот построили гольф-клуб, и мне дорогу перекрыли. Да время года подкачало. Я подстегнуть его бы рад, весны грядущей лишь начало, и не расцвел еще мой сад. И выхода другого нет, чем подарить вам, чем этот подарить сонет. Многие Гильду Бот вспоминают как сильную женщину, внесшую неоценимый вклад в систему образования муниципалитета. Запечатлелся момент, как вы впервые вошли в нашу школу в сопровождении свиты. Я не помню свиту. Свиты. Ну, наверное, были. Статная, с достоинством, с мягкой улыбкой и доброжелательным взглядом. Потом были долгие годы работы, и мы узнали вас лучше. Следующее поселение, в которое отправится ветеран педагогического труда – лесной городок. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».